подъезжаем к тюльпанной ферме, и пока глаз не понимает, что это такое, какие-то красивые яркие полоски. Потом мы приближаемся и видим, что возле каждого дома они выращивают вот такие тюльпанные поля на продажу, конечно, это бизнес. Ну, а мы-то едем в то место, где мы купили билеты, где мы действительно можем погулять по полям. А вот сейчас пока проезжаем, и пока полное удивление, в полном удивлении. Вон люди собирают нарциссы и тюльпаны на продажу. Какие разные цвета могут быть. Это еще не распустившиеся. Ну, скоро будут. А это нарцисс. А может, тюльпаны белые? Проезжаем, не вижу. Да, это, наверное, тюльпан. Какие же красивые цвета создает природа. Мы подъехали к этому месту, в Розенгарде, где мы купили билеты. Видите, здесь поля уже собрали тюльпаны. А нам надо подъехать там, где еще они цветут. Вот это вход. Красиво оформленный вход, сразу можно увидеть, сколько много разновидностей тюльпанов. Как красиво! Я не уставала восхищаться. Слово «красиво» будет звучать все время. Я прошу прощения. Не только тюльпаны, они высадили вместе цветы разного цвета, такие цветовые коллажи. Как красиво! Опять красиво! Чудесно! Конечно, сфотографировались. Здесь много сувенирных лавочек, вот вы видите там на дальнем фоне. Есть место, где поесть, туалеты. Ну, а мы отправились в поля. Вот они, какая красота. Тут глаз... Глаз не отдыхает, глаз восторгается. Такие чудесные сочетания цветов. И эти поля в окружении гор со снежными шапками. Это просто потрясающе. А денек был чудесный. Настоящий летний денек. В нашем штате это довольно-таки рано. У нас чаще всего дожди, чем солнце. Но вот сегодня нам повезло. Конечно же, было много посетителей в этот день. Все покупали билеты, у нас было время. Мы должны были приехать к 12:30 и покинуть в 2:30. Но поля огромные, здесь всем хватило места. Многие были с такими профессиональными камерами, делали красивые съемки. А я стала бояться, что у меня зарядки телефона не хватит, потому что я не могла остановиться снимать эту красоту. Нет ничего прекраснее нашей природы. Природа создает самые удивительные цвета, сочетания и создания природные, самые красивые. Я взяла с собой селфи-палку. Она у меня такая простенькая, все время отказывала, но вот кое-что мы смогли сфотографировать с селфи-палкой. Просто снимаю эти цветы, и я надеюсь, вам это все понравится. Очень красиво, удивительно красиво, такие сочетания яркие, и особенно в солнечный день, это потрясающе.
цвета тюльпанов на любой вкус. Какие вам больше нравятся? Я, конечно, растерялась сразу, я не знаю, какие мне нравятся, но все-таки потом решила, что красные, наверное, самые красивые. Но когда они в сочетании с другими цветами, это вообще потрясающе. Сиреневые тюльпаны тоже красивые. А это нарциссы, по-английски это daffodils. А тюльпаны tulips. Красота этих полей гипнотизирует. Никто не может остановиться, все фотографируют и снимают. И, наверное, завтра все сети будут завалены фото и видео. Ну и правильно. Такое случается только раз в году, и это очень красиво. Мы тоже фотографируемся, пусть останется на память. И день чудесный, и вид чудесный. И очень довольна осталась выбором цвета своего платья, так удачно сочетается с тюльпанами. А это центральная площадь, откуда все начинается. Это вход. Здесь такая мельница в стиле, в голландском стиле. И очень красиво оформлены газоны. Здесь такое сочетание красивое. И вот эти вот лохматенькие, это тоже тюльпаны. Они такие пушистые, как розы. И название этого места Розенгарде. Пытаюсь произнести на голландский манер.
а это маленький парк вокруг центрального входа. Это уже не поля, это газоны, и здесь, конечно, чувствуется рука ландшафтного дизайнера. Цвета здесь подобраны красиво, собраны в какие-то узоры. И здесь можно увидеть все разнообразие тюльпанов, какие они бывают. И с полосочками, и разноцветные, и пушистые, как розы. И это все очень красиво. Я бы назвала это цветотерапией. Когда ты смотришь на эти цветы, происходит необыкновенное явление в твоей душе. Очищаешься, заряжаешься позитивными эмоциями, позитивной энергией. И мир кажется красивым, замечательным и полным любви и красок. К сожалению, не видно, какие большие нарциссы. Они очень крупные. Наверное, специально выведенный сорт. Здесь встретили много художников с мольбертами. Это, наверное, артистическая лига из близлежащего города, это Маунт Вернон. Они рисовали эти поля. Ну, конечно, так хочется нарисовать эту красоту. А вот эти пушистые, похожие на георгины, это тоже тюльпаны. И это тюльпаны. Столько разновидностей. Это, конечно, селекционеры работали, выводили такие удивительные сорта. А это цветочный лабиринт. Конечно, он не запутанный, просто заходишь, гуляешь по дорожкам, смотришь на газоны с цветущими тюльпанами. Такое маленькое развлечение. Спасибо, Розенгарден. Ну все, притомились, пора и домой. Последние фотографии. Bye-bye, Розенгарден. Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, вам понравилось. Дарю вам эту красоту. Она бывает только раз в году.